Здравствуйте, дорогие друзья. Как я вас предупреждал, начинается горячее время. Я точно не знал, когда и где это будет, но я говорил о том, что это будет в местах, в которых жаркий климат, в которых мало воды. Но мы увидели, что это Палестина и Израиль. Значит, между ними завязалась борьба сейчас. Это, естественно, агрессия. 100% агрессия. С этим ничего не поделаешь. Израиль всегда себя нагло вел. Вот. Поэтому то, что сейчас происходит, это как раз то, как Марс себя будет проявлять. Но самая жесть начнется в июне месяце. Конец мая, июнь месяц. В июне месяце Марс у нас войдет в знак Рака, и он там себя очень плохо чувствует. Очень плохо чувствует. Поэтому он будет накапливать злость, будет накапливать яд и будет вырываться из оков. Поэтому это будет проявляться среди людей как большие напряги, очень большой гнев между ними, между людьми. Это будет распространяться достаточно широко, в особенности в засушливых районах, там, где мало воды, мало озер, там, где есть горная местность, потому что Марс отвечает за эти места, там, где красная земля, цвет земли красный, поэтому я могу себе предположить, что в Штатах тоже будут определенные движения, в Европе тоже будут определенные движения. Уже сейчас зарождаются различные тенденции. Вот. Поэтому, дорогие друзья, мы можем ждать жестких времен. Поэтому в это время очень благоприятно настроиться на позитив. Не ввязываться ни в какие разборки. Если вы хотите отстоять правду, если хотите отстоять истину, делайте это проактивно. Делайте что-то позитивное, потому что, как говорится, со своими правами в руках вряд ли вы что-то отстоите, потому что время не самое благоприятное для этого. То есть правда сейчас не слышна. Хотя Юпитер, в принципе, вышел из дебилитации, и он более-менее хороший сейчас, но есть тенденция, что он вернется. И в августе месяце он вернется обратно, да и ноября. И это будет как раз то время, когда эффект будет слышен. Поэтому самое лучшее в это время – это молитва, конечно же. Это сотрудничество, это помощь друг другу. Это желание быть полезным. Забудьте о своем эгоизме. Делайте что-то для людей. Сейчас, в данный момент, для людей, которые рядом с вами, которые ближе с вами, вот, старайтесь что-то делать для них. Вот, если людям нужна помощь, старайтесь помогать, потому что помощь всегда, даже на уровне кармы, она всегда возвращается. Но самое главное – это настрой, внутренний настрой, настрой вашего сердца. Желаем вам удачи, чтобы пережить этот период.